Сегодняшняя тема. Согласно документу, исключение может быть сделано лишь для лиц, занимающихся народной медициной, целительством, и только при наличии у них специального диплома, народная медицина, методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РФ. В настоящее время реклама в СМИ услуг целителей, колдунов, магов, экстрасенсов и им подобным, обещающих избавить от всех болезней, снять порчу, вернуть любимых и приворожить на всю жизнь, приобрела массовый характер, разъяснил необходимость принятия законопроекта один из его разработчиков Виктор Звагельский. Подобные оккультно-мистические услуги, по словам депутата, наносят моральный и физический вред гражданам и экономический ущерб стране. Цель закона, подчеркнул парламентарий, оградить граждан от навязчивой рекламы разного рода таких лжеспециалистов, что позволит сохранить физическое и нравственное здоровье россиян. Соответствующие изменения предполагается внести в базовый федеральный закон о рекламе. Источник – газета.ру. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.